Новый офис Государственного юридического бюро по Самарской области совсем недавно переехал, а люди за помощью уже приходят. Среди них и Ирина Малинова. Она пришла с вопросом о социальных выплатах. Обратилась именно сюда по совету знакомых, отмечает открытость юристов. Ну, вообще мне понравилось. Люди помогают, пытаются помочь. Если это в их компетенции, то они всей душой. С переездом в новый офис, более комфортный для приема граждан, посодействовал председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Система оказания бесплатной юридической помощи действует в регионе уже 17 лет. Такую помощь получают более 20 категорий граждан, в том числе и участники СВО. Поэтому новое помещение было необходимо. Это для людей, это для жителей нашей города Самары и Самарской области. Поэтому для блага людей надо делать все, чтобы им было комфортно, чтобы им было приятно, чтобы их вопросы решались. В этом году бесплатную юридическую помощь уже получили более 7 тысяч жителей региона. Благодаря работе головного офиса в Самаре, 13 отделений по региону и передвижного мобильного офиса. Андрей Горгуленко, Петр Паламеев. События.